С 1 октября этого года родители детей, рожденных и зарегистрированных на территории Тверского региона, смогут получать специальный подарочный набор детских принадлежностей. По случаю такого нововведения уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Масалыгина провела встречу с многодетными матерями. На мероприятии побывал и наш корреспондент. Целью встречи стало разъяснение порядка получения такого набора, который буквально на этой неделе был утвержден правительством Тверской области. Такой шаг был сделан в рамках реализации социальной помощи и материальной поддержки семей с новорожденными детьми и для улучшения демографической ситуации в Тверском регионе. Главное условие – ребенок должен быть рожден и зарегистрирован именно в Тверской области. Получателями подарка могут стать как родители, так и усыновители. Подарок будет включать в себя все необходимые предметы для первых месяцев жизни, там до года примерно, включая там и зимний комплект одежды, и летние, и домашние какие-то предметы, и косметику, и подгузники. В общем, достаточно такой обширный перечень необходимых вещей, которые вошел в эту подарочную коробку. Порядка 50 предметов. Помимо одежды и подгузников, в наборе предусмотрены средства гигиены и ухода за ребенком и многое другое. Подарок будет вручаться при регистрации ребенка в органах ЗАГС. Для его получения необходимо иметь лишь копии паспорта и свидетельства о рождении малыша. По случаю рождения двух и более детей подарок будет предоставлен на каждого ребенка. В ходе встречи многодетные мамы не стали терять время и наглядно ознакомились с содержимым набора, поделились своим мнением и впечатлениями. Подарок очень хороший и нужная вещь. Даже если, когда рождается первый ребенок, то вот то, что в коробке для первой необходимости, это как раз очень важно. То есть там присыпки есть, шампуни, градусник, вся одежда от 0 до 3-4 месяцев. В дальнейшем предполагается, что комплектация набора может меняться с учетом предложений и пожеланий родителей.